третий способ для того, чтобы подключить ваш телефон к телевизору, это Wi-Fi Direct. Проверяем, подключен ли телевизор или смартфон к одному роутеру. Если это так, начинаем. Открываем настройки смартфона, ищем раздел «Беспроводные связи». Ставим галочку возле Wi-Fi Direct. Открываем настройки телевизора, сеть. Вновь активируем Wi-Fi Direct. Между устройствами происходит соединение. Начинается трансляция. Все работает нормально. Вот, это один из тоже действенных способов. Таким образом вы сможете перебрасывать мультимедийные файлы для просмотра на большой экран. Но самое главное, что здесь стоит учитывать в этом третьем способе, это что это самый распространенный и самый адекватный способ подключения, самый быстрый. Получается легко без всяких проводов по Wi-Fi подключиться. Но есть один минус. Работает данный вариант только на Smart TV. То есть, если ваш телефон не имеет Smart TV, то этот способ вам не подходит. Можете обратиться к ветке предыдущих видео моих, посмотреть, какой способ вам подойдет. Первый, второй, если третий вам не подошел. Подписываемся на канал, ставим лайки, оставляем комментарии. Едем дальше. Будем подключать наш телевизор другими способами. Всем пока!